Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Серебряная Лилия Уфа. Сегодня смотрим очередную красоту. В самом начале видео напоминаю, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Можете написать в телеграм-канале, в вайбере, в ватсапе. В телеграм-канале я выкладываю фотографии украшений с ценами. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в закрепленном комментарии под видеообзором. Начнем. В сегодняшнем обзоре будут украшения черненое серебро в основном, то есть не радированные украшения, с натуральными вставками и без. Начнем с украшений со вставками. Вот такой вот очень интересный такой своеобразный комплект. Здесь у нас мятое серебро. Немножечко оно все-таки такой неправильной формы. Вставка здесь жемчуг и коралл. Розовый коралл. 16,7 грамм весят серьги. 8850 рублей. Очень хорошее, из-за неженишцев-то, и довольно-таки много места для мочки. Такие все-таки весомые, объемные украшения. 19,5 размер колечко, 4800 рублей. Прекрасный коралл, прекрасный жемчуг для тех, кто любит такое крупное, объемное. Очень даже оригинальный комплект. Следующий комплект тоже очень интересный. Здесь у нас комплект микс. Здесь у нас принит зеленый, сердолик и серафинит, клинохлор. Яркий, эффектный комплект, довольно-таки объемный. Посмотрите, какие серьги длинные получаются. Казалось бы, на мочку, да, но они получатся как подвесные. Штифт хорошо занижен. Серьги весят 17,9 грамма, то есть почти 18 грамм. 11 тысяч рублей. Кольцо 18 размер 5500 рублей. И к этому комплекту есть вот такая вот брошь. Ну, мне кажется, ее можно даже как кулон носить. Брошь, цена 6000 рублей. Здесь также клинохлор, принит и сердолик. Оксидированное серебро. Замочек обычный, ничего лишнего. Такой прям интересный, своеобразный комплект неправильной формы. Следующий комплект — это у нас вставка турмалин, розовый турмалин. Тоже такой эффектный комплект, прекрасное фактурное серебро. Здесь серьги весят 15,5 грамм, 12750 рублей. Здесь очень такая длинная ножка, длинная петля с замочком. Объемный интересный комплект, 19 размер, 6400 рублей. Кольцо очень даже такой эффектный комплектик. Следующий комплект — аквамарин. Прекрасный аквамарин, очень оригинальный комплект. Черненое серебро. Посмотрите, какие здесь аквамарины. Шикарные, чистейшие. И очень такой интересный, оригинальный комплект. Занижение штифта здесь очень хорошее. Серьги весят 13,3 грамма, 9570 рублей. И кольцо 4500 рублей, 19 размер. Следующий комплект — это у нас здесь ручная работа и комбинированное серебро с элементами золочения.
Сердолик. 7,5 грамм весит серьги, 9400 рублей. Штифт хорошо занижен, довольно-таки много места для мочки. Такой очень аккуратный комплектик. 19,5 размер. Колечко 4000 рублей. Ой, простите, комплект 9400 рублей. 19,5 размер. Шинка крепенькая, толстая, и при желании можно и увеличить, и уменьшить размер кольца. Так. Следующий комплект — это лабрадор. Тоже очень такой эффектный комплект. Серьги на петле, на длинной ножке. Шикарнейший лабрадор с шикарнейшей реализацией. Очень красивое серебро фактурное. Люблю эту модель. Длинная ножка, петелька на замочке. Серьги весят здесь 8,8 грамм, 7270 рублей. И кольцо 18,5 размер, 3370 рублей. Очень эффектно и оригинально выглядит данный комплект. Следующий комплект. Здесь также серьги на петле. Длинные серьги без замочка. Посмотрите, какая оригинальная модель. А здесь вставка у нас тулит, асимметричные серьги и прекрасное фактурное серебро. Серьги весят 11,5 грамм, 8770 рублей. И кольцо 18,5 размер, 4370 рублей. Такой прекрасный коктейльный вариант. Следующая модель — это комплект с кораллом. Розовый коралл. Прекрасное фактурное серебро, довольно-таки объемный комплект, объемные серьги, черненое серебро. 9,9 грамм весят серьги, 6700 рублей. Здесь и штифт занижен, и очень много места для мочки. Такие прекрасные объемные серьги. Кольцо 19 размер, 3900 рублей. Такой прям перстень. Шикарное такое исполнение, лаконичный комплект. Очень похож на предыдущий, следующий комплект, но здесь уже по объемам поменьше. Ну, также черненое серебро, также фактурное оно серебро и розовый коралл. Здесь занижение штифта 2-3 мм. Довольно-таки много места для мочки. 6,6 грамм весят серьги, 5500 рублей. И кольцо 3500 рублей. Размеры есть 17,5 и 19. Прекрасный комплект. Колечко, шинка сужается. Следующий комплект тоже коралл. Розовый коралл. Крылья ангела его еще называют. Ой, простите, кожа ангела его называют. Но он действительно очень такой нежный. 5 грамм весят серьги, 5500 рублей. Здесь замочек идет полупетлей. Очень аккуратный комплект. 2700 рублей кольцо, 17,5 размер. Следующий комплект — это у нас нефрит. Тоже очень такой стильный комплект. Здесь также черненое фактурное серебро, темный такой нефрит. Очень стильно, оригинально смотрится. Здесь и занижение штифта хорошее, довольно-таки много места для мочки, для завышенного прокола. Такой прекрасный вариант. Серьги весят 9,6 грамма,
6950 рублей и кольцо 3570 рублей, 18,5 размер. При желании можно будет увеличить либо уменьшить размер колечка. Следующий комплект тоже с нефритом. Здесь очень такой интересный, своеобразный комплект. Очень много вкраплений темных. Очень напоминает агат моховый, либо вот зеленую такую яшму. Шикарный стильный комплектик. 11,8 грамм весят серьги, 7200 рублей. И кольцо, 19 размер, 3900 рублей. Занижения штифта здесь нет. Следующий комплект. Также нефрит. Очень объемный, такой интересный, оригинальный комплект. Здесь такое интересное фактурное серебро. Парадно-выходной такой набор получается. 23 грамма весят серьги, 9970. Кольцо 19,5 размер, 4570. И к этому комплекту есть вот такое вот прекрасное колье. Данное колье идет длина 55 сантиметров. И плюс еще здесь около 3 сантиметров дополнительная цепь идет. Почти до вместе с замочком получится около 60 сантиметров. Вот именно с вот этого места. То есть не с кулоном вместе, а вот именно свободного места для шейки получается 60 сантиметров. Цена данного колье 12 тысяч рублей. Оно, конечно, бесподобное. Очень такое оригинальное, стильное. И, девочки, очень удобно это колье регулировать именно по длине. То есть вот это вот нужно будет снять, если кто-то хочет подкоротить колье. Производители объяснили, что это очень легко и просто делается. Вот это все снимается, срезается, убирается и сажается на клей, специальный клей. Так, следующий комплект тоже с нефритом. Здесь комплект в виде змейки. Такой комплект у нас уже был, по-моему, с разными вставками. В данном случае идет нефрит вставка. Серьги здесь весят 10 грамм, 7500 рублей. Кольцо 19 размер, 4250 рублей. Очень хорошее занижение штифта, много места для мочки. Такое прекрасное фактурное серебро, очень оригинальный комплект. И сюда же очень такое стильное колье. Так, это колье, длина здесь 55 сантиметров, вернее 52 и плюс 3 сантиметра дополнительная цепь. Тоже очень такое оригинальное и фактурное серебро. Здесь такая змейка, очень изящно все выполнено. Она получается вот так вот боком. Шикарное колье. Цена 8970 рублей. Прекрасный набор. Так, со вставками, с украшениями со вставками закончили. Сейчас покажу кольца. Православные кольца будем смотреть в черненом серебре. Начнем с вот этого кольца. Это псалом 90. Оно полностью и снаружи, и внутри с молитвой. Молитву даже можно прочитать. Это псалом 90. Размеры есть 18, 19 и 19,5. Кольцо весит в среднем 8,5 грамм.
Цена 5400 рублей. Очень такое крепкое, добротное серебро и, конечно же, шикарнейшая работа. Так, следующее колечко. Это «Отче наш». «Отче наш». Любимое наше колечко, да? Такое вот оно. Широкая шинка, узкая. И внутри... Так, вот оно. Внутри прописана молитва «Отче наш». И тоже можно ее полностью прочитать. Снаружи гладенькое колечко. Здесь хризма изображена. 6450 рублей кольцо. Размеры есть 17, 17,5, 18, 18,5, 19, 19,5, 20, 20,5, 21 и 22. Так. Так, следующее колечко. Это называется «Чудо Спиридона» колечко. Здесь изображены башмачки Спиридона. И посередине такой фианитик аметистового цвета. Это фианит. Шинка узенькая. 1600 рублей данное кольцо. Размеры есть, начиная с 16,5 размера. Так, 17 есть, 17,5 есть, 18, 18,5, 19, 19,5, 20, 20,5, 21 и 21,5 колечко. Пока размерный ряд есть весь. Очень красивое исполнение, настолько все детально проработано, башмачки прекрасные. Так, следующее кольцо называется «Душевный покой». Это колечко антистресс. Здесь крутится посередине три колечка. Вставка здесь зеленые агатики присутствует. Цена данного кольца 6500 рублей. Размеры есть 18,5, 19, 19,5, 20, 20,5 и 21. Но, девочки, колечко широкое, и за счет этого оно съедает размер. И если у вас размер, допустим, 18, то нужно брать 18,5. И так далее. То есть, если 20, нужно брать 20,5. Именно за счет этой ширины, которая съедает размер. Так, следующее колечко — это молитвенный щит. Очень такое оригинальное очень колечко, очень оригинальный дизайн. Здесь кольцо, оно, смотрите, открывается. И тоже здесь молитвы. Прекрасное кольцо. Кольцо 19 размер, 4650 рублей. Молитвенный щит. Так, следующее колечко — это «Отче наш». В виде антистресса тоже выполнен. Тоже здесь крутятся. Внутри, посередине, два кольца. И снутри тоже очень красивое исполнение данных колец. Оксидированное серебро. Шикарнейшее, конечно, исполнение. И молитва, которую тоже можно прочитать. 5400 рублей «Отче наш». Размер есть 21,5, 19,5. И сейчас посмотрю вот это вот одно колечко. 20. То есть... 19,5, 20 и 21 размеры. Так, следующее кольцо тоже антистресс. Здесь две дорожки получаются зелеными агатами. А следующие два,
Так, раз, два, три, четыре кольца здесь подвижных. Следующие два с молитвой. Это кольцо называется «Ангельская песнь». Цена 5800 рублей. Размеры есть 19 и 17. Тоже очень красивое, конечно, кольцо. Так, следующее кольцо. Это у нас колечко называется «Пояс Богородицы». «Пояс Богородицы» – красивое кольцо с цветными фианитами. Тоже черненое серебро. Такое внутри молитва Богородицы. Выполнено очень красиво. Цена 2400 рублей. Размеры есть 15,5 и 16. И уже затем идут 19,5, 20, 20,5, 21 и 22. К сожалению, были только такие размеры на выставке. Других размеров не было. Забрала все, что есть. Так, и следующее колечко тоже «Пояс Богородицы», но оно вот такое вот широкое, такое прям ажурненькое, полностью по периметру, и очень так красиво все выполнено. Оно широкое, за счет этого тоже нужно брать, допустим, на мне вот на мой 17-й безымянный, 17,5 садится вот прям как раз с цветными фианитами. Цена 2800 рублей. Размеры сейчас озвучу. Размеры какие есть. Так, 17,5. Кстати, 17,5 есть еще вот такое вот беленькое. То есть с белыми полностью фианитами прозрачными. Тоже также 2800 рублей. 17,5, 18. Я сейчас озвучиваю пока только цветные. С прозрачными фианитами оно, по-моему, чисто случайно, наверное, попало. Хотя нет, вот с прозрачными, с беленькими есть 19 размер. Цветные 17 есть размер. 19,5 цветные. Так, наверное, нужно прозрачные. Сейчас я отделю прозрачные и озвучу отдельно. Так, с цветными 17, 17,5, 16,5 есть. 18, 17,5 есть, 18,5 есть, 19, 19,5, 20 и 21,5. Вот, вот эти вот с цветными фианитами. С прозрачными фианитами есть 17,5. Далее 19 вижу. 18,5 и все с прозрачными. Пояс Богородицы. Следующее колечко — это у нас Сим Победиш с хризмой. Очень такое оригинальное колечко. Посмотрите, какое оно красивое. Внутри молитва. Оно такое, знаете, как будто бы и матовая такая поверхность, но больше такое сатиновое больше. Очень оригинальное колечко. Широкое. И оно такое универсальное. И мужчинам можно такое кольцо носить, и женщинам. Размеры. Есть, кстати, тоже здесь лучше брать на размер больше. Допустим, вот 17 колечко, да, я надела, да, оно подходит. Но вот лично я, например, люблю, чтобы посвободнее было. Кому как ведь нравится.
Вот мне желательно посвободнее. Размеры есть 17, 19, 18, 19, 20, 21. Так, следующее колечко. Это у нас на «Все пройдет» написано. Тоже колечко такое антистресс с молитвой. «Внутри спаси и сохрани» написано. 17,5 размер есть и 20,5 размер, 4700 рублей. Так, следующее колечко, это у нас Матрона, кольцо-перевертыш, тоже спаси и сохрани. И здесь изображена Матронушка. Здесь написано «Спаси и сохрани». Оригинальное очень колечко. 2400 рублей данное кольцо. Размер есть 17,5, 18,5, 19, 19,5. Так, и следующее кольцо – это следы Спиридона. Такое тоже очень красивое колечко, тоже крутится антистресс. Здесь у нас вставка зеленый агат, по-моему, сейчас посмотрю. Так, да, зеленый агат. 3900 рублей колечко. На одном кольце изображены следы Спиридона. Кольца есть 17 размер. Так, 17, 19, 19,5, 20, 20,5 и 21. Следы Спиридона. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши новиночки. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничке в соцсетях. Всего вам доброго!